Зима. Трудно же делать нечего, снег чистый. Дождь пошел на улицу. Транш, подожди, транш, уйди. Ему не дает кошка. Гиуди тут, гиуди, ги. Дело сделано. Переехали. Машина стоит он. Слайдер. Мачо с экрана не смотрит, на ощупь отъедет. Уазики, сверни машины. Второе, блядь, место, блядь. Спидометры. Ты фуру один в гору едем, второй. Что, не крутой поворот, который мы не вписываемся опять по-новому? Нет, сейчас вторую не нажму. Где наш не пропадал? А? Где наш не пропадал? Зима. Дорогу едем чистить. Завели новый чудо-аппарат. Гусеничный. Техника зверь. Хоп, чуть не уронил телефон.
сейчас вообще телефон. Такая роза красная. Транш. Чего я ел? Владимир Иванович застрял. И я тоже замерз. Пули. Сидит по самому не балуйся. Ну, второй на дороге. Все то же самое. Умер. Дует страх. Тронься, дудочку. Продолжил кто-нибудь. Не ругайся, Матвей. Чё? Даже я к этому покрашу, когда ты доедешь.
любит тепло. Встань, а хочешь ровно встать, Гей, ровно поехать вниз. Нет, стоит. Сейчас дернет, да? Еще рывок надо делать. Видишь, троска вязаная, он вязаный. Серега держит, Сергей. Лучше ты знаешь, как гусеница есть гусеница. Красав кег. Лучком. Петрович, серьезный. Мы таскали, теперь нас таскают. Бля, тут купер есть, опасный будет. Пускай мы зацепим, да, затолкает его. Мы вернулись за УАЗиком. Опа, все в снегу. Жора, Жора, улыбочку. Деваться, да? УАЗик нас здесь проночевал целых 3 ночи. 8 марта он провел здесь вместе с своими хозяевами. Вокруг него дорогу топтали. Правда, до него еще не доехали. Вот это вдалеке. Ну сейчас доедем. Колёк, активнее работайте. Второй не стук, это ерунда. Все, стук устранен. С помощью лопаты. Русский ключ, блядь. Лопата, лом и сварка. Служба спасения. Все ближе и ближе к нам. Тут немножко, немного прямо из-за хобота его тащите.
Там блокирующие колеса. Его в гараж, блядь, и на сушку на неделю. Классно. Трёх на тягишь уже нет? Да я откуда ничего там делать. Я лично сажусь, я даже там не умею. Да. Когда за рулем, да, можно, блядь. Чувствуешь, техник чувствуешь. Сидишь там, я не знаю, ну лучше одному, блядь. Просто техник чувствуешь, если за рулем, видишь, как что делать, как все тянет. Да и здесь вот видишь, тоже один, блядь, справляешься. Да? Сейчас чуть-чуть будет кругом, и будет нормально все. Мы сделаем как у этих, блядь. У тех-то, блядь. На резиновых. Они же там просто колеса резиновые. Нет, нормальные пацаны. Нормальный УАЗик. И городские пижоны. Наш зверь. Хорошая машина, должна быть хорошая резина. А плохой машине, плохая резина. Пускует. Дубль номер два. Здесь тоже зимой такие чудеса были, что ее дорога нужна была. Пилот Георгий Николаевич. Был зимний вариант. Был зимний вариант видео, сейчас будет летний вариант, осенний, весенний. За окном немножко грязно. Вы проезжаете больше, чем зимой. Куда хотите, туда и едем. Просто прямо едет к Лие. Все круто. Ой-ой-ой, грязь летит. Зря я не разогнал его. А? Зря не разогнал его.